Качественная пломба для ульяновских автомагистралей. Именно так окрестили дорожники новый вид асфальтобетонной смеси, который продолжают успешно заливать городские дыры с приходом весны. Литой асфальт – официальное название. Технология укладки отличается от привычной. Специалисты организации по ремонту дорог уверяют, прошлогодние ямы, которые были закрыты именно такой смесью, в этом году уже не вскрылись. Терпят бедствие лишь те участки, что находятся рядом и по новой технологии еще не заделывались. Литой асфальт ямочного холодного смеси отличается температурным режимом. Холодная смесь, если мы укладываем ее прямо в холодном виде, то горячая литая смесь – это горячая 220 градусов. Если на яму очутится каким-нибудь образом вода, там остаются остатки воды, то при температуре 220 градусов она моментально вскипает, и всю яму становится абсолютно литым и однородным маслом. Холодный асфальт, если мы делаем его временно, то литой асфальт это уже остается на постоянное. Это получается как качественная пломба. 22 марта ремонт начался на улице Спасской. Горячую смесь к месту доставляет специальный немецкий термос-миксер. Временное устранение аварийных ям и выбоин таким асфальтом ведется на дороге к поселку Дачный, на проспектах Нариманова, Ульяновском, Дружбы народов и Академика Филатова, улицах Рябикова, Транспортной, Урицкого, Карла Маркса, Хваткова, Наганова и Одесской.